На недавнем совещании с общественниками заместитель главы Анапы Олег Костенко еще раз подчеркнул необходимость усиления контроля за техническими помещениями жилых домов. Эту работу будем проводить. То есть проводить на предмет, если кодовый замок нет, закрыть чердак, не закрыть, закрыть подвал, не закрыть, чтобы там, где открыто, там есть свободный доступ. Где есть свободный доступ, любой может зайти, естественно, что-то там положить, что он хочет положить. Ежедневно коммунальные службы проверяют исправность замков, доступность чердаков и подвалов. Все двери должны быть заперты и опломбированы. Буквально сегодня утром поступил сигнал о раскрытой двери одного из подвалов дома по улице Ленина. Ежедневно на сегодняшний день проводится работа по осмотру и закрытию подвалов. В основном всегда проводится, но на сегодняшний день ситуация, которая происходит, это сейчас делается ежедневно. У нас есть закрепленные инженера, которые производят обходы подвалов на предмет закрытия. Потому что, например, если вчера обход был, все было целое, то сегодня при обходе подвала выявили на Ленина 171, третий подъезд, что подвал открыт. Что мы сделали? Мы обследовали подвал, не обнаружили, каких-то предметов, которые представляют собой какую-то опасность. Сейчас подошла сварка, рабочие закрывают, и будет закрыт подвал. На сегодняшний день проверки и повышенные меры безопасности проводятся во всех районах города. Всех жителей Анапы просят быть внимательными и при обнаружении любых подозрительных предметов незамедлительно обращаться в соответствующие органы.